Номер 29. Сея Сагано. «Цветущая молодость». Встречаем.
Первое групповое дефиле для Форда плавно стало внеконкурсным РМДС. Я таких не пропускала. Итак, второй номер, кастбэнд Юмэн Акаде, Лич. Встречаем! Катана дома, Теперь можем устроить файтинг. Один. Еще один? Два. А так нечестно. У меня один только. Так, ну, третий. Вот, да, там третий блок, мне надо положить свой скрон обратно. Так вот, третий, да. Секундочку. Собственно, вот, продолжаем разговор, и у нас третий номер группового дефиле. Это Стасян и Ляки, Gun X Sword. Поддерживаем активно! Четыре князь и Артега, и они косплеят Джигрейма. Ladies and gentlemen, boys and girls, step right up behind this curtain as a gassy concoction of delight for the sight of seeing there.
Degray Man. А теперь пятый номер группового дефиле Issa Sky и Dare Potoku «Тёмный дворецкий». Сусликов вы не видите, но невеста речного бога... Вы смотрите бога. Только сюда. Будем вы делаете вид, что ничего больше не существует. Это метафора и иллюзия. Вы этого не видите. Можете задавать вопросы в студию? Не можете. Начинаем. Не хочу вопросов. Тебе не нравятся вопросы? Ты не знаешь, какие они бывают. Поверь мне, как ведущему с большим опытом. Но я... Маленькая, наивная девочка. Мне могут задать любой... Учись. Тем не менее, у нас восьмой номер группового дефиле «Невеста личного бога». Встречаем.
переходим, переходим. Группа по модифиле номер 9. Казбен Боньярд, Пандора Хат. Мне кажется, мы готовы начать? Ребят, кивните там из-за кулис. Отлично, начинаем. Эта песня хороша. Начинай сначала.
Ребят, не расходитесь далеко, мы ждем вас в перерыве, чтобы убрать ваш мусор. Да. Я-то подрабатываю горничной, но мне все. Там есть метла с длинным черенком, если вы понимаете, о чем я. Итак, номер 12, Арарагиковка Лука, Сейнт Сая. Встречаем.